Еще одним подарком ко Дню защитника Отечества стал праздничный турнир по художественной гимнастике «Мой добрый папа». Соревнования во Дворце спорта «Триумф» стали отборочным этапом для спортсменок со всего столичного региона. Гармония, грация, эстетика – все это присуще красивейшему виду спорта. Однако за красотой художественной гимнастики стоит упорный труд и дисциплина. Преодолеть себя и свое волнение на турнире – половина успеха. Воспитанницам столичного клуба покорять спортивные вершины помогают не только ежедневные тренировки и поддержка родителей. Конкуренция хорошо, а мир в коллективе еще лучше, говорят наставники будущих чемпионок. Девочек двигает вперед дружба с единомышленниками и неподдельный интерес к художественной гимнастике. Мне за площадку вылетело, волновалась. До этого потеряла один раз и, видимо, пошла уже. Мы помогаем друг другу, потому что мы лучшие подруги. Турнир «Мой добрый папа» – это не только праздничный подарок сильной половине человечества, но и отборочный этап соревнований Московской области для спортсменок от 11 до 17 лет. Более 200 гимнасток со всего столичного региона поборолись за место в списках лучших. Каждой предстояло выступить как минимум с двумя предметами. Это очень серьезный уровень. Сюда отбираются дети, которые действительно реально работают, трудятся очень много. Самое трудное, мне кажется, в этих соревнованиях то, что сезон только начался после Нового года. И вот уметь из тренинга выйти на соревновательный момент, вот это и есть особенность, сразу ответственность. Чемпионат Московской области, где спорт и искусство сольются воедино, соберет отобранных спортсменок из Подмосковья в конце марта во Дворце спорта «Триумф». Луиза Игазарян, Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.